В Австралии в руки полицейских попались незадачливые похитители питона. Двое молодых людей решились на воровство прямо перед видеокамерой, установленной в зоомагазине. Когда они вошли в помещение, где установлена видеокамера, они отправились прямо к двум террариумам. Значит, они бывали здесь раньше и определили, кого хотят украсть. Управившись с питоном, злоумышленники также прихватили с собой ящерицу. Я сразу сообщила в полицию о том, что они уже бывали здесь и вот снова вернулись. Вскоре грабители снова попали в поле зрения. Их заметили на автостоянке возле Макдональдса. В самом деле, эта ситуация из разряда «тупой и еще тупее». Тот, кто явился на автостоянку Макдональдс с полутораметровым питоном, изрядно глуп. Полицейские провели блестящую операцию по захвату преступников, и питон благополучно вернулся к своей хозяйке. Правда, ночь, проведенная на холоде в Мельбурне, несколько шокировала рептилию. Он согрелся и выглядит прекрасно. Все еще немного ошарашен, но через денек ему станет получше. Найти ящерицу полицейские так и не смогли.